Вибухи та стрілянина у центрі Києва, але без ризику для життя. До столиці з'їхалися найкращі охоронці одразу з кількох країн, аби позмагатися один з одним. Як усе відбувалося, просто зараз розкажуть наші кореспонденти. Они не делятся историями из личного опыта и, кажется, никогда не улыбаются, но им доверяют свою жизнь самые осторожные люди в мире. Их указания выполняют даже самые влиятельные. Их цель – безопасность клиента. Задача профессионального бодигарда – нападающего обезоружить, уложить на землю, а охраняемого человека увести с места нападения. И тут главное – всем телохранителям работать в команде. Команда, которая должна понимать друг друга буквально по взмаху руки. Просто он подумал, а он уже сделал. Когда предстоит работа на массовом мероприятии, для бодигарда это страшный сон. Ждать опасности приходится отовсюду. Одной из потенциально опасных ситуаций телохранители считают внезапное появление репортера. Сейчас я попытаюсь взять интервью у охраняемого лица. А можно интервью? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, очень надо. Вопрос. Пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Как я предполагала, ничего не получилось. А вот, что бывает с теми, кто совершает попытку покушения на VIP-персону. Чемпионат мира по многоборью среди телохранителей устроили прямо возле арки Дружбы народов в Киеве. 13 команд из 7 стран мира – США, Болгарии, Грузии, Румынии, Молдовы, Швеции и Украины. 8 видов многоборства. Один должен уметь стрелять. Притом не просто стоять и стрелять. И падать из колена, из-за машины, перемещаться. Медицина. Показать до лекарняну допомогу. Думаете, эта задача по силам только мужчинам? А вот и нет. Ольга уже 4 года частный телохранитель. Признается, работа изматывает. Все время напряжен, потому что с такими людьми, которыми мы работаем, всегда может что-то случиться. Вот. Всегда нужно быть обязательно в хорошей физической форме. Всегда уметь обращаться, хорошо стрелять, с оружием обращаться, то есть с любым оружием. Вот. Еще нужно обязательно знать психологию, чтобы оценивать ситуацию. Каждый из них, мужчина или женщина, фактически человек-машина. Сильный борец и меткий стрелок, психолог и доктор. Способны принимать решения в доли секунды. Готовы рисковать собственной жизнью ради спасения чужой. Спеціально драже Мерц. Запитуйте в аптеках. 2 упаковки за ціною 1.